Здравствуйте, друзья. Давно у нас не было гостей, и сегодня хочу восполнить этот пробел. Гости, когда у нас и бывают, как вы заметили, то они очень достаточно такие интересные. Вот и сегодня гость будет неожиданный, особенно для тех, кто его знает. А для тех, кто не знает, так и вовсе будет он необычным. Но начну издалека, как я люблю, когда я езжу в разные уголки мира, и у меня местные жители спрашивают, кто я по национальности, то обычно отвечаю армянин. Ведь я по армянским следам езжу. Было бы странно, если бы я представлялся бы не армянином. Если это страны франкофоны, то реакция обычно «О, Азнавур!» В Марокко сказали «О, Микитариан!» где-то и Шер называли, и Хачатуряна называли. Но до недавнего времени это было самое необычное название, то, что было в Малайзии, когда таксист у меня спросил, из Греции? Я ответил, нет, Армения. На что он сказал, о, Ким Кардашьян. У малайца глаза округлились, так на меня, словно действительно в зеркале у себя за спиной увидел Ким Кардашьян. Это было, конечно, смешно. И это была самая необычная реакция, как я сказал выше. Да? И вот полгода назад в Африке в Танзании. Я был в Кении и в Танзании, по-моему, это случилось в Танзании, вот только я не помню где. То ли в Аруше, то ли в дар -э или в Дадоме, потому что я проезжал вот эти вот города. В общем, я увидел большую такую ветклинику и решил э, зайти туда и купить какую-нибудь интересную игрушку для моего пса. Я ему всегда что-то привожу. Разговорились, с владельцем клиники, он же там и продавец этого магазина, он же, насколько я понял, и ветврач, потому что э, ему туда при, приводили, приносили э, больных собачек, кошек. Так вот, он у меня спросил: откуда вы? Ну, тут уж я ответил, что из России. И что вы думаете, он на это сказал. Он назвал имена двух россиян, которых он знает. Э, так и сказал Владимир Путин. А мистер Даликян. Это я его цитирую, Даликян. Я сначала думал, что мне послышалась армянская фамилия рядом с Путиным, но когда Туземец стал рассказывать о Симби и его спасителе, мистере э, Даликяне, я понял, что речь идет о моем соотечественнике в самом прямом смысле. Более того, я с ним даже заочно знаком был до сегодняшнего дня и неоднократно видел его на телеэкранах российских ТВ. И это один из лучших ветеринаров, врачей России, ну теперь, наверное, уже и Африки тоже, Карен Далакян. Иначе говоря, тот самый доктор Айболит оказывается армянин, и он действительно связан с Африкой. Вот не знаю, как с Лимпопо, но с Килиманджаро, как оказалось, точно карен вачаганович я вас еще раз приветствую и рад что вы в числе моих зрителей я вам эту историю не рассказывал чтобы была неожиданность вам было известно что в определенных кругах ваше имя известно в африке кстати вы слышали об этом нет не слышал но ну, вот поднял да, во-первых, здравствуйте, дорогие друзья, Здравствуй, дорогой Вадим. Очень приятно быть гостем именно у тебя. Да, Аруша это Аруша, город. Да. Да, Аруша, да, потому что там находится э, управление главного ветеринарного врача этой республики, и мы с ними работаем, э, и однозначно, скорее всего, что вот оттуда и вся эта новость. Конечно, они меня называют доктор Карен. Удачно попал, значит, я все-таки. Да, да. Там живут наши... Спасеныши. Впервые в истории э, в России, и Танзании, мы э, провели очень уникальный такой проект. Э, Спасенных животных от живодеров вылечили и отправили на историческую родину. То есть Танзанию. Как раз под Килиманджаро. Там центр реабилитации, где живут наши животные. Так что вот оттуда и вот эта вся история. И неоднократно я уже там побывал и встречался э, с руководством, кто курирует дикую природу. Это Тава называется. Там есть великолепный колледж, где учат таких редких специалистов, как менеджер по диким животным. Представляете, профессия менеджер по диким животным. То есть они решают конфликты, когда дикое животное выходит... Да, в деревне и создается как бы конфликт они mm -hmm. там решают вот, такие вопросы и сейчас э, очень многие страны стараются своих студентов туда отправить да, за такой профессией, потому что это очень актуально даже для России, где сегодня да, актуально именно на Дальнем Востоке, где живут краснокнижные амурские тигры, их охрана, сегодня эти тигры выходят в деревни, да, конфликт есть, но, ну, к сожалению, часто их убивают. Хотя их на пальцах можно посчитать, поэтому это даже для такой страны, как Россия, очень актуально. И очень надеюсь, что именно вот та идея, которую мы оттуда привели сюда в Россию, уже скоро будет в действительности. Карина Чаганстик, вы много лет практикуетесь во врачебной ветеринарной деятельности. Ну давайте расскажем, как вы стали вообще айболитом в широком смысле. Вот да. Началось, айболитом, наверное... да. Вот началось, наверное, со спасения все-таки Тигра Жорика, да, я читал, и вот парализованного ребенка Симбы, которого вы привезли в Челябинск из Махачкалы. Вот давайте сначала, наверное, расскажем зрителям, что это были за звери, почему они оказались и у вас, и что с ними стало. Вот потом пойдем дальше. Да, вообще у меня с практика больше 30 лет, я занимаюсь лечением животных, а есть такое хобби, это кошки, mm -hmm. вот, а тигры, львы, это тоже кошки. И как-то ко мне обратились с Львенком, который вырос у директора, нынче покойника Новосибирского зоопарка, тоже ветеринарного врача по специальности Шила, маленький тигр, львенок, он передал, это передвижной зоопарк, тогда это популярно было, это конец 90-х годов, и я спас этого львенка, который не могли лечить никто. А было все банально, просто надо было менять образ содержания, и все прошло. И после этого слух распространился, и стали ко мне обращаться очень много цирковых дрессировщиков, очень много э, зоопарков, потому что специалистов даже, даже сейчас очень мало, кто специализируется на диких животных, на цирковых, на экзотических. Вот. И один прекрасный день ко мне обратились тоже с маленьким тигренком, которого сами хозяева назвали Жориком, вот, умирающим, надо спасти. И это был, конечно, очень такой тяжелый случай, очень сложный пациент, и фактически я вернул этому животному, животному тигренку жизнь. Но дефект, который он получил из-за косточки, который застрял да, во рту огромная была флегмона, абцесс остался дефект. То есть кожи не хватает. Но тигренок жив здоров, играет, кушает, все хорошо. И владельцы сказали, что такого урода они не могут демонстрировать в зоопарке. Пускай он немножко у тебя поживет. Само собой, они оплачивают да, проживание, содержание. А потом мы его убьем, и ковер из этой шкуры стоит столько же, сколько стоит этот тигр. То есть вернем наши деньги. Но для доктора, который спасает, и потом ему говорят, что потом убьют да, пациента, это, конечно, очень тяжело. Вот. И мы, фактически, это был далекий 2019 год организовали пресс-конференцию в Комсомольской правде впервые с этим тигренком. Я туда пошел. Поднялись мы по лифту и провели пресс-конференцию, и цена вопроса этого тигренка тогда стояла 150 тысяч. После пресс-конференции буквально за неделю мы собрали эту сумму и выкупили этого больного да, инвалида вот его освободили от этих э, горе владельцев которые хотели только деньги им интересовался не интересовал э, животное все он урод надо его продать и все и они, были, они были сотрудниками вот. зоопарка. Ну и этот Хозяин зоопарка, передвижной зоопарк на колесах, а -а -а, вот, Шапито. Да, да, ш, да, вот шапито это цирк, а это просто зверинец, э, передвижной зверь. А -а -а. Сейчас они запрещены, слава богу, их нету. А -а -а. Вот, ну и все. После этого все, весь Челябинск полюбил этого Жорика. Это мы его содержали в клинике, гуляли во дворе пятиэтажки. Ну, во всех дворах э, есть бабульки, которые всегда вызывают полицию на нас. Сколько раз снаряд вызывали? Тут тигр гуляет. Хотя он был под присмотром на палатке. Вот. Ну, мы сделали все, что от нас зависит. А потом возник вопрос, я вижу, что нельзя этого животного держать в клинике, все, и надо его, ну, какой-то центр реабилитации искать. Тогда э, интернет так не работал, не были развиты вот эти соцсети, ничего. И э, какой-то американский фонд по защите диких животных нам поставил на очередь где-то 17 место, да, освободиться место мы заберем. Решим этот вопрос. Угу. Вот. А потом они нам и рекомендовали, что у вас на Дальнем Востоке есть великолепный центр, где занимаются тиграми, а почему вы туда не обращаетесь? И мы туда обратились. Фактически нас готовы были принять, но транспортировка тигра это тоже стоит больших денег. И тогда я решил обратиться к властям, да, к бизнесу, но на самое удивление отреагировали из Москвы. Mm -hmm. Из Москвы сказали, прекратите сбор денег, скоро, скоро недостающая сумма будет, а это уже больше 200 тысяч там осталось собирать, чтобы купить билеты. Я уже кредиты взял. Вот. Это оказался Владимир Владимирович Путин. И сегодня наш тигр Жорик да, в шутку его называют Георгий, он уже вырос, ему 15 лет, жив-здоров. Отчество дали Каренович, а фамилия Путин. Он живет на Дальнем Востоке, в этом центре утес. Жив-здоров, мужчина со шрамом на лице. Вот. И самое удивительное, я когда приезжаю туда, этот зверь, который огромный, который опасный... Он плачет и называет своим этим гортанным голосом мама, мама, мама. Эти кадры есть в интернете. Кто со мной находится, все рыдают, я тоже рыдаю. А он из вот, каких но... тигров будет? Он из э, Амур... Амурский. Он амурский тигр настоящий амурский тигр. И самое интересное, эта история так и не заканчивается. Она продолжается. Этот тигр становится два раза в истории спорта. Такого не было. Чемпионата Европы по дюдо, который проходит у нас в Челябинске, да, прошла. А потом через год чемпионат мира по дюдо. То есть два красного. раза. Живой. Да. Чемпионат этот дюдо, талисман дюдо. Потом приезжает из Японии известный профессор, который знает всех тигров амурских, которые живут в зоопарках Дальнего Востока в Японии. Тогда еще в Хабаровске были наводнения, японцы этого не боятся. Они приглашают меня на интервью, я туда прилетаю рассказываю все это дело, мы приезжаем в этот центр, она, собственно, ручными глазами своими увидела нашу встречу, наши слезы, и в Японии издается книга про амурских тигров, и половина книги посвящена нашей работе и нашему тигру Журику. Даже там, в далекой Японии, знают да, Георгия Кареновича Путина, это наш амурский тигр-жорик, и его папу, это я, папа Карен. Вышла книга «История Жорика», посвященная да, и Жорику, и мне. Эта книжка вошла в культурную программу «Культура России», федеральную программу. И она, кстати, есть во всех консульствах Российской Федерации, в библиотеках для детей, там 6+. И фактически Прошло 15 лет. История эта, она поучительная. Она до сих пор да, рассказывается, когда э, отмечается э, Международный день Амурского тигра, Международный день тигра. И э, благодаря этим всем историям и другим э, историям спасения тигров, я, мне удалось выступить на тигрином саммите вторым, который проходил во Владивостоке. Два года назад я рассказывал эту историю, и когда прозвучала кличка, да, как называется, ну, как называют нашего Жорика иностранцы все с микрофонами сидят там переводчик, и когда я называю Георгия Каренович и Путин, у них у всех какой-то там, не знаю, какая-то реакция непонятная, все, такое внимание на меня, я это все ловлю, конечно, там полный зал, вот, и всем уже интересна эта история, я говорю, приезжайте в Хабаровск с, Влад... с, Влад... с Влад... Востоком это рядом, и увидите настоящего амурского тигра, который спасли э, ну, всем миром. И хочу сказать, что именно это, эта история и стал родоначальником да, зоозащитного движения и борьбы с этим безобразием, как передвижные цирки, как издевательство над животными. И я рад, что, ну, мы так, таким образом вошли в историю. И сегодня, ну, гордостью могу сказать, что я родоначальник, да, вот именно зоозащитного э, движения, направленного на диких животных. А вот история Симбы, она вот такая потом... вот история, да? А, а история Симбы, она вообще, я его называю, э, во время коронавируса, вот эта история была, да. э, ко мне вышли, непонятно, какая-то тетя и просит э, спасти тигрё, э, львенка, который находится у несовершеннолетнего мальчика в Дагестане. Ну, вроде самолеты уже не летают, есть ограничения. Э, созвонились с этим несовершеннолетним, который оказался потом таким профессиональным живодером. Суд, следствие, все это было. Вот, мы летим, мы долго думали, как привести. Единственный вариант это самолет Аэрофлот, который Махачкала, Москва, Челябинск. Больше никаких таких самолетов, но Аэрофлот категорически запрещает перевозку диких животных. Я подключил все свои контакты, связи всех-всех-всех, и Наш представитель в Москве ее пригласили в офис Аэрофлота, где работал один человек это зам все было под карантин закрыт, все инстанты работали до да, дома. Вот. И под большие гарантии, что я на каждом секунде и минуте буду бегать и находиться рядом с этим умирающим львенком, они дали разрешение. И мы полетели в Дагестан. Самое интересное, я через Народный фронт, так как являюсь членом Народного фронта, попросил коллег из Дагестана помочь да, там, в вопросах, которые могут возникнуть. И нам сказали, что в городе Сбирбаше глава города ждет вас, и там целая там, команда, совещание все ждут. Когда мы по телефону говорили, что мы летим спасать Львенка. Как-то похоже акцент вот да, наших коллег они поняли, что мы летим спасать ребенка, не львенка, а ребенка. И там детский врач, там главный ну, присутствовал на совещании еще там чуть куча таких ответственных людей. Я говорю, да нет, мы прилетели спасать львенка, но не ребенка. Но это нам помогло, потому что мы попали в логово э, торгашей дикими животными. То есть это фактически тот бизнес, который идет после наркотиков, после оружия, после органов, и дальше уже торговля дикими животными, тем более, если они экзотические. Вот. И мы увидели просто умирающего львенка, от которого запах смерти. Есть такой запах, да, доктора знают. Вот. Долго не думаем и быстро Загрузили. Спасло, что нас сопровождала э, телекамера э, НТВ. Вот э, эти ребята э, были у нас в Челябинске, про меня фильм снимали. Э, это Татьяна Миткова. Мы даже в Ереване были, съемки были в Ереванском зоопарке, попозже расскажу. Реакция, да, в Ереване, то, что мы увидели, сразу испугались, что тут какой-то ветеринар, там что-то проверяет, похоже, пришли там на разведку. А, снимался документальный фильм. Вот, и спасло, что камеры, спасло, что с администрацией с нами кто-то был, да, и мы очень легко оттуда уехали. Потом мне говорят, а ты знаешь, это самый такой криминальный город тем более связаны еще с дикими животными. Но нам удалось превратить рейс обычный пассажирский, такой санитарный рейс, и животное без всяких проблем, несмотря что он там весь больной, прилетел до Москвы, в Москве нас организованно встретили, допустили в Карго, это в Шереметьево, представители Арафлота принести свежее мясо, говядину, покормили мы ребенка, все нужные уколы поставили, а дальше уже полетели вечером в Челябинск, и здесь уже началась вот эта спасательная вся миссия. Оказалось, что этого льва использовали фотографы э, в курортных городах Сочи, и, кстати, первый, кто его эксплуатировал, это был наш соотечественник в Туапсе, армянская фамилия, армянское имя. Он буквально все досконально рассказал, откуда он его взял в аренду, использовал один месяц, потом передал, перепродал другому фотографу и уже в третьих руках, конечно, над ним поиздевались. Он уже вырос, переломали лапы задние, чтобы ограничить движение зверя, что любой желающий может сидеть, обнять этого львенка, да и фотографироваться. Само собой, львенок не может ходить, он ходит под себя, и туалетные эти все дела. Они же не будут убирать там, да, памперсы одевать просто холодной водой проливают. И вот это все страшно была картина, это все есть в интернете, можно посмотреть. Ну, произошло чудо. То есть операция, обработки и все остальное. И в Пасху наш львенок сделал первые шаги. Просто он пошел. Ну, так как э, такой светлый праздник, мы сказали, все, ты заслуживаешь лучшую жизнь, и мы тебе найдем новый дом. И стали поиски. Вадим, не поверишь, сколько центров из африканских разных стран разговаривали, и больши, большинство из них, они занимаются э, охотой. То есть в Африке есть, э, ну, скажем, Юг, а там в этих странах есть свои э, как бы правила. Животные, рожденные в Африке, они охраняются государством, а животные, привезенные из других стран, они запросто могут выставляться для вот этот сафари охоты. Понаехавшие, показывают картинки. Да, да, понаехавшие и выбрали красивого трофею, убили, они сами улетают, а шкурка и все остальное это отдельная посылка приезжая, да, привозит до ворот, до дома, вот. И поэтому желаю. А, много знаете, того, его Карен, я часто сталкиваюсь, когда бываю в, в аэропорту каких-нибудь африканских стран той же Танзании, вот в Эфиопии у меня. Первый раз я это увидел в адис аэропорту в Эфиопии. Прям в Duty Free продавали шкуры гепардов, леопардов, хорошо обработанные. То есть это можно было купить и вывести спокойно. Причем стоило это относительно так даже и недорого. Можно было позволить себе купить там шкура, по-моему, леопарда, насколько я помню, в аэропорту адис всего лишь что-то около 100 долларов, была. Это шкура на пол. Да, да, да. Да, Окей, да. да ну, это э, как раз вот эти фермы, где их э, разводят и продают, да, в виде дивидендов. А Танзания, мы почему остановились на Танзании, Танзании потому что там ну, наш соотечественник с Екатеринбурга, они работают, они взяли шефство, да, спасибо mm. им огромное. Вот. И эта страна сегодня отказывается от охоты, они превратили все охотничьи вот эти угодья уже в заповедники, в заказники, и постепенно вытесняют как раз вот эти все охот-угодья, охотничьи вот эти супер-гостиницы. Мы когда там были, за какие-то там 10 тысяч долларов продавалось целое поместье англи англичан, это вот было как раз для таких VIP охотников но так как правительство расширил границы своих вот этих заповедных э, территорий, это гостиничный комплекс оказался внутри заповедника, и это все, туда никого не пускали, кроме хозяина, никаких гостей. И все, и за такие копеечные доллары продавали цел, целое поместье. Это радует, это радует, что они поняли, что просто сафари-экскурсии больше приносят дохода, чем вот этот охотник, который приехал, да, убил, фоткался и так далее. И, кстати, хочу сказать, что один из наших армянских руководителей тоже фотографировался именно в Танзании с убитым львом. Это просто... Мне там, в Танзании, это все показывает. Это просто ужас. И наши ребята из России... Я, по-моему, даже догадываюсь, о каком руководителе. Показывает. Вот, говорит, ваш армянский... Да, 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 вот. И вот мы, конечно, против и охоты и эксплуатации диких животных. Животное должен жить, да, в дикой природе, красиво, да, хорошо и любоваться просто вот как там. Сел ты в эту джип и поехал. И а посмотрел. вот каково вот это ощущение? Вот вы приезжаете к тигру Жорику, к льву Симби, и они же вас узнают, наверняка обниматься, целоваться лезут. Они лезут, лезут обниматься, целоваться. Один раз я... А там у, у них, у животных, есть электропастух. То есть ток проведен. И мне сказали, что там не работает. Ну все, животное один раз, если носом да, прикоснулся к этому току, все, он уже не подходит. Но мне же охота ребенка потискать. И я руки сую через эти дырочки от сетки и потискал. А... И когда это увидели у меня на канале на YouTube Работники этого утеса позвонили Карем, пожалуйста, напиши, что никто, чтобы никто это не повторил, потому что это опасно. Он там ну, откусит руку. Да. Откусит. Да. Меня нет, меня узнают, меня плавают. Вот эти звуки, а которые они, они сдавали. Они такие уж ручные, да, они только к вам подходят. Нет. Я прихожу, жорик отказывается от мяса. А вот человек, который каждый день его кормит, он приносит мясо, он рычит на него, отойди, это мое, я тебе не дам. А я прихожу, он, он, нет, он выбирает папу. Мы эти эксперименты каждый раз делаем, он голодный, он сидел, ждал мяса, а тут папа пришел. Какое там мясо? Надо, надо вот этот запах, даже клетку, которую я там трогаю, какие-то места, он подходит, долго-долго это все нюхает, и потом начинает вот этот рев. Но ну, я понимаю, что он стрессует, однозначно, 3-4 дня, он очень плохо себя чувствует, всегда зовет меня. Когда... Да и уезжаю, а потом уже в норму приходит. А вот скажите, я знаю, что многие домашние животные, ну, например, собаки, я не знаю, как кошки, я не кошатник, но вот собаки, по-моему, точно, они не едят свинину. Мой тоже не ест свинину, а вот как с дикими животными? Вот какое мясо, каким мясом кормят того же льва или тигра? Знаешь, едят свинину, едят. Едят. Ну, вот для Не попадались как такие замечательные. Бы, да, <с Нет, <с дело в том, что свинину э, в таком виде, который сейчас продается, даже людям нельзя кушать. А, вот. Потому чу. что животное, которое кормится, да, комбикормом. Поверь в этом комбикорме есть много чего, что вредно для людей. Вот, поэтому всегда отличается фермерское мясо, да, от э, мяса, которое в промышленном масштабе выпускается. Э, когда мы приехали в Африку, здесь я месяц наших африканских, то есть мы увезли двух хищных кошек, это лев и леопард. Здесь, конечно, к зиме мы им всегда даем обязательно что-то жирное, баранину. Ну, козлятина она редкая, да, здесь редко купишь, поэтому в основном это баранина. Так как я знаю, что там в основной их рацион это должен быть баранина и козлятина. Мы приезжаем. Первое, что я увидел, мы поехали на массайский рынок, где продают и баран. Баранов там нет, в основном эти козочки. Козы, да. Я говорю, барана надо купить. Они говорят, ты что? Баранина жирная для них. Тут же жарко. Мы баранину не даем, а козлятину даем. Для меня это было открытие. И самое интересное, что мы-то здесь со шкуркой даем всегда, да? Если это голова, то оставляем, а там у этих э, сельскохозяйственных животных вся шкура пропитана химией, чтобы их вот эти насекомые, всякие мухи ЦЦ не сажали. И там категорически животным нельзя давать со шкурой, потому что они отравятся. Вот. Даже тех же кроликов, которые обязательно входят в рацион, оставляют чуть-чуть на голове и уши, а все остальное нельзя. А мы здесь э, кормим, потому что у них должен присутствовать шерсть. Вот, вот сейчас у нас тоже находится лев. Но зовут этого льва Ширас. У этого уже Потому что Ширас. его привезли. Это не армянская. Его привезли таджики. На маршрутом такси. Шитилисово. А, это же город. В город, да. Да. Шир, Шир это по фарси. Это лев. Да. Аз это я лев, и они попросили говорит, ну назовите его ширазом. Я говорю, хорошо, будет он раз. А. Вот И вот сейчас к зиме мы холодам, мы его даем обязательно жирное мясо, uh -huh. вот. так что это нормально, но мясо проверенное. То есть не то, что скажем, с этих свинокомплексов. Uh -huh. Это вот только фермерское хорошее проверенное мягкое. Каким образом э, дикие животные э, попадают для потехи э, вообще э, людям в руки? И как часто они потом к вам попадают от них? Да, тут несколько категорий, у нас есть соглашение, мы работаем с надзором, мы работаем с Министерством экологии, это касается, если животные пострадали в дикой природе. Mm -hmm. У нас, сам ты знаешь, какая Челябинская область уникальна, она представлена в четырех климатических зонах, это горная зона, лесная, лесостепная и степная зона. И очень много озер. Вот сейчас как раз я называю этот э, сезон «лебедя-пад». Mm -hmm. Все перелетные птицы, они отдыхают в наших озерах, в нашей области. И дальше летят на юг, это а до Индии долетают. Э, в основном это лебеди. Э, два подвида – шипуны, кликуны. И многие, кто слабый, кто больной, они просто оста остаются. Остается очень много птенцов, которые поздные выводки, слабые. И как раз их сейчас озера покрываются льдами, их изымают, привозят. Я их называю гадкие утята. Это вот птенцы, они же серенькие, да, вот сказка утята. утенок. Вот. А весной, да, они у нас тут зимуют, мы их содержим, выхаживаем, ухаживаем. Весной их выпускаем. Это самая, знаешь, лучшая награда для нас, для работников приюта, э, когда животного ты выпускаешь обратно в дикую природу. Как они там улетают, как они убегают. Это просто вот многого стоит. Эти эмоции, когда ты получаешь, это лучшая награда. Вот. Есть у нас браконьерские животные. К сожалению, очень часто стреляют. Стреляют э, животные, калечат капканы всякие. Да? У нас есть рысь, э, которая ну, потеряла лапу, оставила капкане живет у нас уже не первый год. И все, что касается зооиндустрии, это цирки. Знаешь, многие дрессировщики, они там бьют себе грудь и говорят, да мы любим своих животных, любим своих животных. Но эта любовь заканчивается именно в тот момент, когда животное прекращает работать и приносить какие-то деньги. То есть от них очень легко отказываются, особенно это касается обезьян, это касается вот этих всех мелких, еноты полоскунные, там, насухи, птиц. У нас в приюте живет птица Эму, это австралийская птица, которая в цирке использовалась как фотомодель. То есть одевали бантик и фотосессия с детьми, ну, кто хочет, да, пока эта птица не попинала одного ребенка, да, слава богу, не до, не до смерти, но э, коготь на... Конечности на лапке это просто может разорваться, взрослым человеку живет. Вот, и сразу все ликвидация, уничтожать, все убрать из цирка. Вот как раз такие животные к нам очень много попадают. Попадают э, вот эти все лисы, волки, которые почему-то э, продаются как домашние животные. Но ну, ни одна лиса никогда не станет домашним животным же а как какие-то декоративные, вроде бы, лисы. Вот я знаю. Это, это все это все фейки, это все сказки. Да. Знаете, как в том, в том сказке, такая, ну, что лишь бы продать. Это было у нас звероводство в свое время, да, очень хорошо продавали вот эти меха получали очень редких окрасов, очень необычный окрас, это белый в пятнах там и так далее, в полоску. Но э, Китай своим производством, своими ценами уничтожил вот, как раз вот эту ну, вот э, отрасль животноводства, и эти зверофермы, они просто позакрывались, и этих животных стали продавать как домашних. Ну, домашних лиц мы не встретили, потому что кто их покупает, ну, хватает год. Через год люди просто от них избавляются, потому что запах, потому что эти животные, они все прячут, все метят, ну, прикинь, вот это не собака, которая там просится на улицу гулять. Это животное, которое где сел, там сделал свои дела и побежал дальше. Это может быть стол, диван, и кровать и все на свете. А в варьере, в квартире ты варьер не построишь. Они просто там с ума сходят до крови. Они же нормные животные. Они копают, копают, копают. И до крови они когти ломают, вот, эти еноты полоскуны, вроде там да, мимичные животные, да, вот это блогерство, зооблогерство, когда используют животных, э, там у них какие просмотры, да, там э, хорошие просмотры, больше лайков и все остальное, там зарабатывают, но эти животные они живут в арьерах, не показывают, как, как они их, там, да, наказывают и все остальное, просто мы видим то видео, которое можно показать, и очень многие просто оказываются ну, в таких приютах. А самое страшное, когда их еще выбрасывают на улицу, отпускают в лес. Сегодня в Краснодарском крае вот эти еноты по они создали экогеноцид. То есть лес в Краснодарском крае стал болеть. Они понимают, что случилось. И когда стали изучать, оказывается, птички исчезли, исчезают. Количество птиц резко уменьшилось. Так как там появился этот хищник, который ползает по деревьям угу. и разоряет да. гнезда, угу. и вот это привело к тому, да, да, яйца, все, яиц нету, птичка улетает, и насекомые просто жрут вот эти все деревья. Вот, понимаешь, да, вот как это все взаимосвязано. И сегодня объявлена на них просто круглогодичная охота на этих енотов, которые ареал их обитания это Америка, Северная Америка. Они никогда не были на нашей территории. А здесь у них комфортная погода, условия, еды хватает, хищников, конкурентов нету. Вот они размножаются и, и портят уже местную вот, да, вы Знаете? вы знаете мне всегда казалось что лидером вот по вот этим диким животным когда держат у себя дома а потом выбрасывают это все-таки кавказ приедешь на черноморское Нет. побережье ходят там, фотографируются с обезьянами, со змеями, там, с чем угодно, да, то есть делают на них деньги, местные жители. Поедешь в тот же Дагестан, там вот символ власти, символ силы, это обычно что? Львы, тигры, медведи и прочее. Их можно найти чуть-чуть да. там маломальские, скажем, с достатком дом, семейство, у них там в, в огороде может гепард жить, лев жить, но это же неправильно. Мне кажется, вот у многих из них вот, вот эти животные очень быстро приходят в негодность, и они их просто выбрасывают. Ну, да, видишь, чем редко и крупнее зверь, их не надо выбрасывать, у них они переходят в другую форму, то есть это превращаются в ковры и чучела. Они так же стоят, как и обычный, да, котенок этого львенка-тигренка. Но радует тот факт, что сегодня уже на законодательном уровне запрещено, есть список запрещенных животных к содержанию частных рукав, и постепенно это уже уходит в историю. То есть раньше, при ресторанах, при кафе, при бензозаправках, вот в сторону Сибири, это медведи. Это и сейчас они есть. К сожалению, не каждый приют берет этого медведя, потому что медведь в неволе живет 50 лет. Он не болеет ничем. Мы тут спасали медведя. Кстати, тоже наш соотечественник держал около кафе. Кафе так и назывался. Малыш, медведь-малыш. Вот. Он развелся. Жена русская. Он уехал. Этот медведь с этим кафе жена продает. Продает другим армянам. Те покупают. Они все боятся этого медведя. Потом кто-то умирает, этот хозяин, который купил это кафе. Этот кафе долго был закрыт, этот медведь несчастный там жил на трассе один, наши волонтеры ездили, кормили. Потом опять этот кафе открывается, уже другие хозяи, То есть за 16 лет медведь поменял четырех хозяев. Из них двое армяне. В оконцовке нам удалось через губернатора забрать этого медведя и передать на зоопарк. Челябинский зоопарк. И сейчас он там благополучно живет, жив-здоров. Вот в такие Армении, вот истории. Они... В Армении был один такой, я не помню его фамилия, генерал по имени Манвел. Вот у него да, 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 было да, тоже да. там в клетках достаточное количество таких больных животных, в том числе и медведь. Они вам не достались, да. Нет. Нет, они нам не достались, но у меня работал э, доктор. Э, он, э, когда служил, он свою службу именно проводил в этом имении и ухаживал за этими животными. Вы... но ну, у него специальность, да, ведь врач, и как бы поэтому я сидел, пока он гражданство все получил, вот, я, и я понял. много чего рассказывал. Как там работница, ну, женщина, которая ухаживала, она попала, ну, в смертельный случай, медведь разодрал, mm -hmm. к сожалению, такой трагический случай. Да, это как раз те истории, когда, да, частники устраивают себе такие мини-зоопарки. Это, это очень опасно. Это опасные звери, и любой зверь, он привыкает к определенным людям. И появление новых работников для него – это стресс. И этот стресс, он проявляется в виде агрессии и вот таких несчастных случаев. Поэтому у меня наш приют уже 10 лет работает. Вот и, давайте и... мы о нем и поговорим сейчас, кстати говоря, да? Да, с кадрами, с кадрами я берегу кадры, потому что они у меня постоянные. Угу. Как в приютах все хочет, да, там волонтеры приходят, с собачками гуляют, там с кошками убираются. Но здесь я вижу, что наши хищники — это лев, это медведь, это рысь, это пума, это лисы. Они знают определенных людей. Все новый появился, он даже откажется от мяса, от еды, потому что он новый человек, новый запах, что он тут делает? Поэтому вот эта разница есть, и такие случаи, к сожалению, часто да, вот, бывают да, именно с частниками. Да, вот расскажите про фонд, вот как показала практика, да, среди моих да, вот... и слушателей, много гуманных людей, которые захотят наверняка пожертвовать братьям нашим меньшим, учитывая сегодняшнюю да, да. обстановку и вокруг Армении и мире, да, то эти братья меньше и куда порой гумании бывает многих тех, кого принято называть хомо э, сапиенсами. Расскажите конечно, об конечно. об этом фонде. Да. Да, наш фонд, он такой, один из первых зоозащитных организаций, еще в 98 году был создан. А создал я почему? Потому что я по специальности ветеринарный врач у меня кабинет тогда был я работал э, по соседству мне безвозмездно выделили большую комнату был у нас в Челябинске такой фонд антиспид и тогда очень много э, они занимались вот как раз вот этой да, больными ВИЧем и так далее. Большая помощь была. Они мне объяснили, Карен, что ты расстраиваешься? А времена были тяжелые. Это кризис, когда здоровых животных приносили усыплять. Потому что нечем кормить, нечем лечить. Это породистые собаки. Привязывали к дверям огромного немецкого дога. Выбрасывали немецкую, эту, немецкого боксера. Вот. Это мы брали, ну, рука не поднимается, усыплять здорового животного. Искали хозяева. И мне говорят, а ты создавай фонд. Создавай фонд, у тебя есть богатые клиенты, да, с животными. И за счет вот этих богатых ты будешь лечить вот этих, да, животных, у которых владельцы, ну, не способны. Ну, нету денег. Та же бабушка, да, пенсионерка пришла, в слезах, соплях, кошку надо оперировать, а денег нету. И вот так возникли идеи. Я четыре дня ночевал в библиотеках Москвы, потому что, чтобы написать устав некоммерческой организации в 98 году, никто, ни один юрист не берет, никто ничего не может говорить. Вся литература на иностранном. Я сидел тупо с этим с книжкой, переводчиком, да, и переводил какие-то фразы, что-то, и вот так создали мы наш устав, который не с первого раза был регистрирован в Минюсте. очень, очень долго. Но самое интересное, мы даже писали письма, я получаю телеграмму от Бриджит Бардо с приветственным словом, что они очень рады, что создается такой фонд в России, вот. но, к сожалению, опыт работы с российскими другими фондами в Москве, они видели, что там воруют деньги, то есть животным ни копейки не шла. Вот, поэтому финансово мы вам поддержать не можем, но методично можем. Мы на это тоже рады, мы сказали и на это спасибо. Вот. И начали мы самостоятельно с нуля да, открывать для себя первооткрыватели. Mm -hmm. Нашу работу. Что я первый раз делал, я вижу, что проблема бездомных животных – это не кассированные животные. Рождаются котята, щенки, ну, не нужно выбрасываться на улицу. Так надо животных кассировать, у Лю людей нету грамоты. Мы организовали первую выставку кастрированных котов косыреных кошек. И хозяева сами объясняли посетителям выставки, что чем отличается, да, запаха нету, агрессии нету, животное здоровое, красивое, вот он, вот он на выставке, да, и так далее. И тогда еще Роксана Бабаян, которая у нас была э, главой Лиги защиты животных России она тоже нам на открытии нашей вот этой интересной выставки костырных котов и кошек» отправила поздравительную телеграмму, поддержку. А вот. на такие вещи, когда такие звезды, имена да, обращают внимание, СМИ очень хорошо это все распространяет. И ты не поверишь, у меня просто целых два месяца были очереди на кастрацию котов, кошек, кобелей и сук в клинике после одной выставки, которая проходила да, в нашем, на площадке нашего Челябинского цирка. Вот. Ну и дальше, когда пошли дикие животные, когда я понял, что очень много обращаются с дикими животными, у нас была история с лебедем, с ампутирным крылом. Мне пришлось в клинике поставить огромную ванну, чтобы этот лебедь хотя бы там плавал. Потому что без воды это беда. Вот. Ну, поняли, что нам нужна территория, потому что дикие животные, они, ты очень мало времени тратишь на их лечение, а вот на восстановление нужно большой такой срок. И пришлось прямо долго-долго искать, а надо находиться в городе, потому что если ты подальше от населенного пункта, ты далеко от людей, никто тебе не помогает, а без помощи государство не помогает. Это только люди могут прийти, помочь руками, принести какие-то корма и все остальное. И вот я нашел. Нашел спустя долгих переговоров. И уже 10 лет мы очень удачно работаем. Участвуем во всех э, законодательных э, инициативах. И очень многое именно рождается от нашей практики. Потому что я могу гордиться, что наш, наша рысь, э, которая без лапы, ее история поменяла федеральный закон Российской Федерации о животном мире. Когда мы ее спасали, ее хотели убить, потому что она пришла в деревню, она убила собак, там убила там всяких кур, и все люди там по капкану в своих дворах поставили, чтобы поймать чубакабру. Оказалось, что это чубакабра обычная рысь. Вот, поймали. Участковый обязан был стрелять, потому что это дикое животное, населенный пункт. Мужик оказался таким добрым, сказал, стрелять я не буду, опасности в вот там все в этих проводах, там, в веревках, э, и как бы замуровано в собачьем конуре в этом домике на улице. Жена участкового выходит на нас, просит спасти мужа, потому что ему заставляют применять оружие, потому что только э, полиция имеет право стрелять в населенных клубах, ни один охотник не имеет права. Мы туда летим, в эту деревню, мы ставим наркоз, достаем этого уже полумертвого животного, везем, лечим, ампутировали лапу, карантин провели, все, она уже у нас такая хорошенькая стала. И говорила ма мама, когда пила молочко, я и назвал «ма-рыся». Она у нас «ма-рыся». Вот. И мы пишем министерство, дайте нам документы. Они говорят, а вы знаете, это животное по закону, если хотите, чтобы она ваша была, будет продано на аукционе. Я говорю, в смысле? Да, аукцион – это имущество государства, продается на аукционе. Хотите купить, приходите и купите. Мы сразу выставляем счет, лечение, операция, карантин, содержание. Они нам отвечают, а кто вас спросил? Все. Вы их захотели, потратились. Но никто вам это не оплатит. Вот. И наша как бы, инициатива, наши письма, открытое Письмо тогда министру природных ресурсов, президенту, дал результат, из Москвы позвонили нашим этим, кто хотел провести аукцион, это имущество да, региональное, сказали успокойтесь, никто не продается, животное остается в приюте, изменения в законе будут, и в закон внесли, и правда в законе было, таких же животных либо усыпляют, либо продают. Uh -huh. вариантов других нету. Добавили пункт, что их можно передать реабилитационные центры на безвозмездно, на пожизненное содержание. То, что она до сих пор у нас живет. То есть работа такова, что она очень интересна. Uh -huh. Каждый случай это какой-то казус в законе. Мы когда Симбой занимались, да, отправку в Африку, я прошел все ступени ада, потому что Статуса спасенных животных в России нету. Есть международные документы ООН, да, это СИТЭС, которые регулируют вот эти все отправки животных в разные страны, но там только продажа. Я говорю, ребят, мы не продаем, значит, там есть такой пункт интересный. Африканцы никак не могли понимать, что в Дагестане в подвале изъяли, спасли раненого львенка. В законе, вот, тогда, в вот ООНском документе написано, что животное, которое там изъято где-то, после того, как его вылечили, обратно надо выпустить. Зачем, говорит, вы нам в Африку везете животное, которое не у нас изъято? Мы объясняем, что в подвалах Дагестана не, не живут тигры, эти львы. Вот, очень долго нету вот этого статуса. Очень долго мы доказывали, что есть, к сожалению, такой зообизнес да, чё, подвалы, черные питомники, те занимаются разведением и продажей этих животных. Вот, и фактически год ушло на оформление документа. Когда наши европейские коллеги узнали, что... Ну, такие есть проблемы. Они сказали, ребят, да вы молодцы, у вас ушел год. А когда они отправляли там жирафа Марио, по-моему, в Кению, да, из э, Франции, по-моему, mm -hmm. у нас, говорит, ушло несколько лет. Вот. Это, это Европа. А здесь нам удалось в течение года вести вот эти все переговоры и отправить животных. Но вы знаете... э, и тоже с приключениями. Да, вы знаете... Э... За Закавказье, на Кавказе, как мне кажется, когда-то очень-очень давно все-таки львы водились. Учитывая, Конечно, да, учитывая народные сказания у многих народов, а может даже и топонимы. Вот, например, там, где сейчас находится Азербайджан, вот эта курораксинская низменность называлась Ширваном. Это, опять же, от того же Шир, лев. Да. Она нет, Львов, да. область Львов так называли персы. Вот. И, а что с ними потом стало неизвестно. И вот я думаю иногда, если их выпустить, скажем, тех же львов, в а, какие-то, в ту же кура неизменность, или а, в горы Армении, или там в Грузии, вот выживут ли они или нет? Может быть, климатические условия изменились? Нет, 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 смотри. Да, дело в том, что в мире это два вида львов, африканские и азиатские. Маленькая популяция азиатских львов, существует на территории Индии. Mm -hmm. Они мелкие размерами. Африканские они крупнее и они различаются. Североафриканские есть, есть горные, есть южноафриканские, mm -hmm. восточные и так далее. Вот азиатские львы. Вот я всегда говорю, вот наши олигархи в Армении, да, там любят собирать коллекции там всяких львов, там эмблема льва, Особенно на белых, гербе белых, Армении белых. даже лев, да? Да. Ну надо вот взять науку, сегодня генетика развита, сегодня у нас хорошие отношения с Индией, да, и привести и вывести вот этих, восстановить этих азиатских львов. И в зоопарке показывать, в ереванском зоопарке, скажем, животных, да, э, тех же, которые там были, но и в ковчеге. Вот, показывать вот этих животных У нас есть персидский леопард Или дальневосточный леопард Тема очень актуальна Сейчас в России да, В Краснодарском крае Есть питомник Курируется администрация президента И восстанавливается Это поголовье Поголовье преднеазиатских леопардов Или персидских леопардов Ареал обитания это Кавказ, Закавказье Это Иран, да. это Туркмения и здесь однозначно Армении грех не занимается. А потому, тигры, что, мне сколько... кажется, в Африке не водятся, да? Тигры. Тигры в Африке не водятся, а вот на территории, да, за Кавказе, Кавказа, они были. Они были в Азии. Туранские тигры, вот как раз на Этих тигриных саммитах и участвуют даже те страны, когда-то на территории их э, обитали какие-то тигры. Сейчас Казахстан uh -huh. очень активно работает над программой восстановления туранских тигров. Вот туранские тигры, как раз, они и наши азиатские и преднеазиатские тигры. Uh -huh. А для того, чтобы тигры были, нужна популяция всяких там джейранов, моралов. Да, то есть копытных, чтобы да. люди их не убивали, не жрали от голода, да, и тогда они уже будут. Угу. Вот Казахстан ну, очень серьезно работает над этой темой. Вот координаты фонда мы начали про фонд говорить. Координаты фонда, если кто захочет помочь, они будут здесь в описании видео. А у меня вот следующий вопрос: да? вот мне всегда кажется. Что а быть ветеринаром сложнее, чем человеческим врачом, например, Однозначно. человек э, Однозначно. какой бы расе ни относился, от этого у него не меняется положение там сердца, печени, да, других внутренних органов и внешних тоже. И они одинаковые. А животные же понятия она общие. Да, но... Вот вам приходится лечить и оперировать порой как млекопитающих Это общее, но... да разных видов, да, так и птиц, и даже рептилий а учитывая, что никто из них вам не скажет, что Даже их рыбку? Даже рыбку, <свят> да. Вот. А учитывая, да. что они-то говорить человеческим языком не могут, так и вовсе сложнее. Они не скажут, что их беспокоит. Вот как это происходит, вот этот вот процесс понимания пациента своего? Условно говоря... Как вы понимаете, что у кобры голова от мигрени болит, а причина там, болит, да. боли, скажем, у шимпанзе в копчике от остеохондроза? Вот как вот это вот понимание между вами происходит? В основном это наблюдение, наблюдение. и э, допрос владельца фактически 50-60% владелец своими вот этими рассказами, если ты правильно да, его вы, выводишь на чистую воду, mm -hmm. э, получаешь ответ, получаешь ответ. Ты и опыт. Ну и опыт. Конечно, тяжело, не зря специально с ветеринарного врача, сравнивают с педиатром. Какие маленькие детки, да? Yeah. Он не скажет, где у него болит. родители могут за него сказать, вот. да. Да, ну, ну также здесь родитель уже хозяин сам, хозяин. Ну, бывает очень, же что животные без, без, скажем, хозяев, вот где-то на дороге. Да. да. Привели, и как? Вот именно, вот именно, поэтому здесь мы же не знаем, например, да, вот лебедя притащили к там с, с озера, но извините, есть очень много зоантропанозов, то есть это инфекции, которые от животного передаются человеку. Угу. То есть однозначно здесь условия карантина, чтобы исключить вот эту заразу. да? Это профессионально надо под, подходить к этому, взять вот эти все... То есть, столько болезней. Вот, знаешь, не знаю, как они помещаются в голове, но, скорее всего, что такая была хорошая школа. Хорошая школа. То есть, опыт, в наше время не было. Интернет... в основном все это приходит, опыт. да? Да. Нас учили работать в условиях на полях, как говорят. То есть, ты, позвали тебе там стадо коров, корова упала, вот что-то hmm. ты должен делать, у тебя ничего нету, кроме одного гвоздя или ножа, все. Hmm. То есть вот так нас учили работать, не было никаких оборудований, да, современных зондов, там, каких-то там КТ и так далее, там, подобное. И вот как раз это дало нам э, э, как бы опыт, опыт и практики изучать, читать, э, да, углубляться. Я прилетаю в Африку, Угу. У нас животное под наркозом Мы его выгружаем Надо сейчас из салона его загрузить Машину в клетку Мне говорят, надо взять анализы Говорят, идите возьмите Они говорят, нет, мы боимся, лев спит То есть специалисты, которые там Работают со львами, они стоят и говорят Мы боимся Я говорю, лев спит, нет И я просто одеваю там какой-то халат Беру вот эти все шпицы Беру этот кровь, все, представляешь, с самолета «Ладно, это я взял, а потом уже, увидев, что я в халате, мне уже рабочую визу там». Штамп, хотели штампануть паспорт, и «Не надо мне рабочую визу». Вот. То есть э, настолько э, есть нюансы. То есть там в Африке, раз это лев, значит, он убийца, он человека убьет. То есть они даже не подходят. А мы тут и целуем, и чешем, и массаж и, и, делаем. И, 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 и даже и... заставляете его пописить вот, вот, то есть это, скорее всего, вот опыт, и самое главное, самое главное, животные, они сканируют, животное не терпит никакого фальша. Если где-то ты покажешь запах страха, это я говорю про хищников, да, вот таких mm -hmm. опасных животных, если я издам запах страха, это и есть этот запах, все, у меня ничего не получится и результат будет нулевой. Поэтому здесь э, можно хорошо сказать, что хорошая школа, хорошая как бы практика <связывая> и результаты и результаты. Ну, а животное Который само, вот на столе, собака на столе, она знает, что здесь ее лечат, ничего плохого с ней не сделают. Потому что они, как правило, даже такие крупные псы, они сидят и трясутся вот так вот порой. Они боятся, они боятся. Она узнает об этом, когда ей будет легче. А, вот так вот. Когда, да, когда ты сделал операцию, да, вылечил собаку. Угу. Очку. Реакция такая. Они приходят, собака бежит и облизывает доктору руки. Ага. Узнает. То есть и это благодарные существа. Легче. Конечно. Даже та же, кошка. та же кошка. Вроде кошка, да, она любит дом, да, хозяин. Это так, это слуга, который перед ним служит. Но здесь они приходят, они совершенно по-другому. Вообще животное чувствует руки. Очень часто мне говорят, Карем а почему вы без перчаток? Слушай, говорю, животное должен почувствовать мой запах, что я не пахну резиной. Угу. Вот. Конечно, перчатки мы одеваем, когда непонятно там инфекция, да, какая-то кожная, которая может передаваться и все остальное. Но когда человек пришел из дома, да, человек нормально выглядеть, животное нормально выглядеть. Зачем мне одевать эти перчатки и пугать животному Вот это первая ошибка. Животное понюхал что-то медицинское, и все. Сказал, так, я включаю свою защиту, а сейчас не, не такая реакция, я укушу, или я поцарапаю. Вот mm. и все. Понял. Никаких парфюмов. Это тоже раздражает. Никакого запаха алкоголя. А, это им не нравится, да? Это не нравится. Я когда в этом сафари-парке Тайган зашел с Олегом Зубковым вакцинировать, приевать куча-куча львов, их там 30 с лишним штук. Лежат, там они ноябрь, Крымское солнце, греются это в Крыму, да? И я в этом одноразовом халате, в одной руке это, это потому что все снимается камерами для отчета, этот спирт, вонючий с этой ваты, я смотрю, у животных нос в мою сторону, и глаза какие-то недобрые. Я говорю: Олег, хочешь там для кино, для этих э, надзорников, этот спирт раздражает. Я его не буду использовать, без какого ваты, спирта я буду прививать. И без проблем я. А там львы, никто их не держит. Они лежат, просто греются. Вот. И. Вот это мои действия без спирта, без ваты был э, критикован главным ветеринарным врачом Крыма тогданешнего, да? Что какой-то доктор, что спиртом не протирает Львов? Я говорю, ради Бога, идите протирайте, ставьте укол. Я посмотрю, оттуда вы уйдете или нет. А вот правда, так, что вот такая вот правда, что животные заболевают практически теми же заболеваниями, что и человек. Нет, нет. Э, нет, у них есть там основные заболевания у животных, скажу честно, это кормление, в первую очередь. Если животное вакцинировано uh -huh. да, от, от инфекционных заболеваний, uh -huh. кстати, у них свои, у нас свои. Uh -huh. Никогда, вот сейчас есть, да, сейчас очень много говорили про коронавирус. Uh -huh. Некоторые ветеринары воспользовались этим словом коронавирус. А почему в ваших корнях? не ставится прививку от коронавируса ваших собак не ставите от эти вакцины есть давно были у собак эти болезни были но это ихние то есть человек не заражается и на этом да на фоне вот этой паники они очень хорошо зарабатывают цены у них же есть скажем пневмония онкология гепатит наверное да по моему да это уже не заразные болезни, которые возникают из-за образа жизни, кормления. Простыли в пневмонии, да, то есть неправильно покормили. В основном это у них гастриты и панкреатиты. А онкология она в основном у животных короткошерстных, да, если там боксеры, там рак кожи часто встречается, опухоли какие-то, вот. И у тех животных, которые не используются в воспроизводстве. То есть рак молочных желез на первом месте у самок, mm -hmm. у кобелей рак предстательной железы и семенников, если они регулярно не спариваются. Mm -hmm. Поэтому э, кастрация – это один из методов профилактировать эти болезни раковые уже с возрастом. Сейчас с появлением этих новых кормов, появление всяких там контрацептивов, э, мы очень часто стали регистрировать диабет да, у животных. То же самое, очень актуально. Очень часто и ослаждение после диабета. Скажем, ну, в моей практике, смотри, животное в среднем живет 15 лет. То есть 30 лет ты уже работаешь, ты не одно десятилетие уже ведешь этих животных, и как они болеют, как это все развивается. И скажу, что все зависит от поведение хозяева. Если хозяева правильно все соблюдают, своевременно прививают, правильно кормят, профилактируют вот эти все проблемы, связанные с паразитами, да, блохи, глисты, клещи и так далее, 25 лет. Люди сейчас со мной встречаются. Здрасте, доктор здрасте. 25 лет назад вы там нашего животного лечили, он жив, здоров. Я говорю, я очень рад. То есть я не помню этих людей. Я в деревне видел одного мужика возле каскада. У меня уже у самого пудель. И этот мужик ходил э, с пуделем таким белоснежным. Причем такая ровная походка. Пудель красиво выстрижен. Ну, так как у меня у самого Пуделя, я, естественно, у него спросил, я говорю, сколько лет вашему Пуделю? Ну, я думал, сейчас скажут, года два-три. Девятнадцать. Я говорю, как девятнадцать? Да, «Да хочу... говорит, он очень старый уже. Я говорю, ну, так он так хорошо сохранился. А на что мне говорит? Видите, ну, да. так у нас воздух какой, вода какая, Вот, кстати, я хочу сказать, что... Здесь очень много, да, встреч... ну, приходят ко мне наши соотечественники с собаками, привезенные оттуда. Была собачка из Баку, да, бакинские армяне, 23 года, все зубы на месте. Из Еревана. Баллонка обычная, простая, там не породистая, вот, баллонка-баллонка. 19 лет я удалил один зуб этой собачки. То есть, да, там из Армении... Когда сюда приехали, собаки долгожители. Mm -hmm. А вот здесь, к сожалению, ну, наверное, и экология и вот эти все сегодня кому ли не лень все корма делают, да, вот и все mm -hmm. остальное. Вот это все один из главных факторов. Когда не качественные корма и, к сожалению, сейчас самое актуальное заболевание это мочекаменная болезнь, то есть достаем камни из мочевого пузыря. Я, я, говорю, почему вы не драгоценные эти камни? Иногда бывает, вот такой горстку достаешь, а они не драгоценные. Вот это вот как раз вода, еда, все, что приводит вот к этим болячкам. Карен, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Долго очень проговорили с вами. Вот я это уже к зрителям тоже нашим обращаюсь. Еще раз, значит, реквизиты фонда, кто захочет помочь, небольшой какой-нибудь лептой, пожалуйста, вот как вы делаете это со мной там с донатами, на этот раз можете помочь фонду. И вот на этой здоровой, наверное, ноте мы сегодня и закончим. Пожелаем и вам, и всем, кто нас смотрит, и подписался на антитопор, поставил лайки сегодняшнему выпуску. Всем, всем, всем доброго здоровья. Берегите себя, своих близких и питомцев, которых вы приручили. Они любят вас порой даже больше, чем вы их. Я это часто очень замечал. Спасибо раз еще, Карен Вачаганович, за сегодняшнюю встречу. Спасибо, Вадим, спасибо.